Воскресное утро, вот такая погодка. Первый снег с метелью. Кабеля и антенны раскачиваются. Слышно, как ветер дует. На территории области от минус 3 до плюс 2 градусов. Ну а уже к вечеру первого дня новой недели циклон будет покидать регион. Осадки вновь будут переходить в твердую фазу, и ближе к ночи начнет формироваться активная сильная гололедица. Водители в условиях сильных осадков и гололедицы просят соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров. Говори мне всегда все в глаза. Пусть печаль, пусть беда. Я порезала с тобой уже росту, моя гордость вновь должна. Украинское радио молчит. В основном украинских, в том числе с топливом и гуманитарной помощью. За... информации, все это из-за более чем 10-дневной блокады польских дальнобойщиков. Эти данные подтверждают украинские власти, о них пишет Европейский. Va ieși ceva bun, știți de ce? Din Gina, dacă am dreptate, știu că te concedez pe altceva. Zim așa, știți cum a fost cu căruturile? Gândiți-vă că noi mergeam... Первым снегом всех. Всем спасибо. Пока.